Расскажите вообще про устройство четверки, как это работает. Вообще немножко про греблю, потому что вот мне, человеку далекого от этого вида спорта, не совсем понятно, как это устроено. Гребля академическая, существует одна дистанция олимпийская, 2 километра. Всего разыгрывается на Олимпийских играх 14 комплектов медалей. Этот вид спорта может быть как индивидуальный, так и командный. То есть, если ты по натуре, в общем, одиночка, то, пожалуйста, бери лодку и доказывай всем. Потом существует двойка, это где два человека, четверка, четыре человека мы гребем, ну и восьмерка, это восемь человек гребцов и один рулевой, который кричит на всех, на всю команду злостно на протяжении всей дистанции и, конечно же, управляет лодкой, чтобы она шла ровно по дистанции.